Здравствуйте, с вами Солнечная Юна и Погода Юга на телеканале Краснодар. 14 августа – Медовый Спас. Желаю, чтобы ваша жизнь была такой же сладкой, ароматной и пьянящей, как душистый золотистый мед. Желаю, чтобы счастье, деньги и удача липли к вам так же, как липнет пчелки на нектар. Пускай благополучие окружает вас со всех сторон, а успех будет на всех горизонтах. С Медовым Спасом! Желаю, чтобы в жизни было больше солнца, тепла и лето длилось долго-долго. Пусть ваши запасы хорошо хранятся, а достаток восполняется медовой сладостью. И по краю ожидается жаркий день без осадков. В Краснодаре, Славянске, на Кубани синоптики прогнозируют солнечный день. Утром 23-25 градусов, в обед до 32-34 градусов, вечером 27-29. И помните, что головной убор и питьевая вода всегда должны быть с вами. В Каневской, в Брюховецкой, в Гастагаевской утром 21-23, в обед воздух прогреется до 31-33 градусов, вечером 27-29. В Новороссийске, в Анапе также солнечный день. Утром и вечером 23-25, днем до 31. Желаю вам отличного настроения, хороших новостей и интересных событий. А спонсор программы – строительная компания «Стройэлектросеков Монтаж». Отличные квартиры с ремонтом. Покупай, заезжай, живи. Всего хорошего.